Осенью украинцев может ожидать очередное повышение тарифов на коммунальные услуги. По прогнозам экспертов, подорожать может вода и отопление. Напомню, за последние 3 года в 4 раза уже вырос в цене газ. Тарифы на электроэнергию увеличились в 3 раза. В разы подорожала горячая и холодная вода. Очередное повышение уже с 1 сентября планируют на свое усмотрение провести многие местные советы. Напомню, против роста коммуналки активно выступают профсоюзы. По всей стране уже неоднократно проходили акции с требованием снизить тарифы и увеличить зарплаты и пенсии. Акция под названием «Холодный душ» прошла в Глухове, где с 1 числа вода подорожает на 25%. Ее провели представители Федерации независимых профсоюзов Украины. Активисты считают, что новые тарифы неоправданно завышены и обвиняют в этом мэра города. Мэр Терещенко еще несколько месяцев назад хвастался, что в Глухове удалось провести эксперимент и снизить стоимость воды. Но этот эксперимент закончился плачевно для горожан. Долговой ямой местного водоканала и резким повышением стоимости воды. Во многих городах растут коммунальные тарифы. А качество представляемых коммунальных услуг не меняется. Возможно, после холодного душа профсоюзного наступления чиновники перестанут сдирать с людей деньги за собственные ошибки. Ранее подобную акцию профсоюзы провели в Чернигове, где холодный душ устроили чиновникам управления жилищно-коммунального хозяйства. Главная цель, по словам организаторов, противостоять коррупции среди чиновников и заставить их работать в интересах людей. Акция обещает провести и в других городах Украины. Мы будем следить за развитием этой ситуации.